«Старик и море» по роману Эрнеста Хемингуэя. Фильм Александра Петрова. Supper. Ужин. Wake up. Просыпайся. We're gonna have Будем supper. Ужинать. I'm not very... Я не голоден. Ладно, поешь. Ты же не можешь рыбачить и не есть. Могу. Как хочешь. Если ты не будешь, я сам все съем. Ешь, ешь. Тебе надо расти. Сантьяго, я снова могу отправиться с тобой. Мы достаточно заработали. Нет, нет. Пока тебе везет, оставайся. Сам знаешь. А я уже 84 дня не могу ничего поймать. Оставайся. Это все из-за папы. А я маленький и должен ему подчиняться. Знаю. Это вполне нормально. Когда я был в твоем возрасте, я сел на корабль, который отправлялся прямо в Африку. По вечерам я видел на берегу львов. Да, я знаю. Ты рассказывал. Завтра будет хороший день. Куда ты отправишься? Далеко в море, чтобы вернуться с попутным ветром. Сантьяго! Сколько мне было, когда ты первый раз взял меня с собой? 5. И ты чуть не погиб. Я тогда выловил здоровенную рыбу. Она чуть не разнесла лодку в щепки. Помнишь? Я помню все, до мельчайших подробностей. Удачи, Маноло. Удачи, старик. Что-то видишь.
Вот и попалась. Неплохой улов. Может, здесь есть кто и побольше. Видимо, большая рыба. Да, да. Вот. Я не могу упустить такой шанс. Наверное, она просто огромная. Огромная. Да. Давай, заглатывай. Ну уже, Господи, пусть она заглотит наживку. Осторожно. И уж я всажу в тебя гарпун. Так. Есть! Что это? Вот это рыба! Она меня тянет. Какая большая! Надеюсь, она не знает, что против нее всего один человек. Старик. Надо убедить ее, что я силен.
Мне всегда это удавалось. Например, в том баре в Касабланке, когда я решил помериться силами с черным парнем. Он был там самым сильным. Один день и одну ночь сидели мы друг напротив друга, сцепив руки, смотря друг другу в глаза. Каждый пытался повалить другого. На нас делали ставки. Люди приходили и уходили в свете керосиновых ламп. Уже 11 часов. Судьи менялись каждые 4 часа, ведь им надо было спать. Потом тот черный парень предложил ничью. Утром ему надо было идти в доки, разгружать мешки с сахаром. Но я не согласился, хотя уже порядком подустал. Давай, Сантьяго, у тебя получится. Давай же. Давай. Есть. Молодец. Наш матч начался в воскресенье утром и закончился утром в понедельник. Долгое время после этого все называли меня чемпионом. Животные чем-то похожи на нас, людей, хотя они и не такие умные, как мы, кто их убивает. Они более благородные и более сильные. Хотел бы я быть этой рыбиной в морской пучине. Этот марлин – мой брат, но я должен убить его. Хорошо, хоть нам не приходится убивать звезды. Как-то люди попытались убить Луну, но ей удалось убежать. Но рано или поздно, без всякого сомнения, люди возьмутся за солнце. Это точно. Хотя вполне достаточно жить на море и убивать наших братьев. Я никогда не видел такой рыбы и не слышал о ней. Но вот теперь мы вместе. Сантьяго! Я тебя не отпущу до самой смерти, рыбина. Рука.
Господи, помоги мне! Жаль, мальчишки нет со мной. Он бы мной гордился. Я немощный старик, но я это сделал. Счастье было слишком уж безоблачным. Акулы. Не надо было выходить так далеко в море. Прости, рыбка. Такая огромная. Не может быть. Я таких никогда не видел. Лежи. Я дам тебе попить. Она побила меня, Манола. О чем ты говоришь? Это всего лишь рыба. Нет. Все именно так и было. Меня искали? Конечно. Тебя столько не было? Это точно. Знаешь, я скучал. Когда ты возьмешь меня с собой? Удача отвернулась от меня. Черт с ней. Я возьму свою удачу. Мне предстоит многому научиться, а тебе многому меня научить. Я принесу тебе что-нибудь поесть. Отдыхай, старик. Режиссер Александр Петров. Продюсеры Бернард Ладжое и Тацуо Шимамура. Аниматоры Александр Петров и Дмитрий Петров. Оператор Сергей Решетников. Автор сценария Александр Петров. Композитор
Норманд Роджер.